короче. Считай. Плыну за ныкоту. Я как упала на пол переклеена. База вроде понял абсолютно все, но блять какого раза. Под любым лекарством все равно скрывается зараза. Но мы смотрим только прямо, смотрим на голубого глаза. Пока сырнюхает прыж, пока отлеет гашиш. Твои кумиры с афиш, в итоге прыгаю с крыш. Пока сырнюхает мышь, пока отлеет гашиш. Твои кумиры с афиш, в итоге прыгаю с крыш. Пока сырнюхает мышь, пока отлеет гашиш. Твои кумиры с афиш, в итоге прыгаю с крыш. Пока сырнюхает мышь, пока отлеет гашиш. Твои кумиры с афиш, в итоге прыгаю с крыш. И опять упала на пол переклеенная ваза. Вроде понял абсолютно все, но блять какого раза. Под любым лекарством все равно скрывается зараза. Но мы смотрим только прямо, смотрим на голубого глаза. Это джунгли из порталов, на мне бусы папуаса. Знаем, как нам превратить тебя в животное с напаса. В каждой глотке поселилась недосказанная фраза. Не секрет, что там играет в поезде у пидораса. В итоге прыгаю с крыш, пока сырнюхает мышь. Управляется. Так, ты, я не знаю, думаешь, что все так весело и приятно будет, непосредственно объясняю тебе, да, по этим статьям тебя будут судить на большой земле. Пересечение периметра, 323 статья, а также ведение активной деятельности против объединенного контингента, то есть АКСОП, да? Вот, непосредственно причинение вреда личному составу, падение на патрули и еже с ними. Ты понял, да, товарищ Протак? Все, садись в УАЗик. Постройтесь, вертолет ожидаем. Полетели сейчас.